Здравствуйте всем! Меня зовут Томас Свечинский. Я поступил на этом году в Первый медицинский государственный университет имени академика Павлова в Санкт-Петербурге. Я из Израиля сам. И на прошлом году я учился в том же самом университете на подготовительном факультете в дистанционном образе. Здравствуйте! Меня зовут Регина Масежник. Я живу в Германии, в городе Мюнхен. Моя мечта – стать врачом, неврохирургом, если получится. И я очень счастлива, что у меня появился шанс. Это подготовительные курсы для поступления иностранных граждан в Первый медицинский институт Санкт-Петербурга. Всем здравствуйте, меня зовут Мина, я из Ирана. В этом году я училась на подготовительном факультете Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова дистанционно онлайн. Hello friends, namaste. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Бхумика Кхера. Я индиец. В прошлом году я учился на подготовленном отделении для иностранных студентов. Здравствуйте. Меня зовут Левхай Джавардена. Я из Шри-Ланки. Я сдавал вступительные экзамены на английском языке, планируя подготовить курс медицинского университета М. Павлова был отличной основой и поддержкой для сдачи экзамена. И наш диктант Карина Адловена очень добрый. И горячий человек. Она много помогала. Она всегда с нами в Дублей, Систанчи. Она оказала нам свой лучшую поддержку. Прежде всего хочу поблагодарить всех добрых преподавателей. Преподаватель биологии Татьяна Толстая и преподаватель химии Ольга Стефановна и преподаватель русский язык Кристина Сергеевна и добрая и трудолюбивая декан дистанционного подготовительного факультета для иностранных студентов. Я изучала русский язык, химию и биологию в подготовительном факультете университета Павлова в Санкт-Петербурге в России. Этот курс с очень тщательным планированием подготовили нас к вступительному экзамену. Хочу поблагодарить образовательный комплекс этого университета, особенно уважаемых профессоров и президента университета. Кроме этого, я хотел сказать большое спасибо всем преподавателям и по химии, и по биологии, и по русскому языку, и саму декану, который мне очень помогал во время всего учебного процесса прошлого года. Спасибо вам. Туда габа. Я хочу выразить огромное спасибо своим преподавателям. Это по русскому языку Кристине Сергеевне, по химии Ольге Стефановне и по биологии Татьяне Валентиновне. А также нашему декану Карине Анатольевне, которая с большим терпением всегда отвечала на все наши вопросы и помогала решить все маленькие проблемы. Я благодарю своих преподавателей, которые хорошо нас подготовили к вступительным экзаменам. Особенно мой преподаватель русского языка Анна Стоянова Ивановна, которая с терпением и добротой учила меня русский язык. Все в дистанционном обучении было очень тщательно спланировано. Большое спасибо нашему декану доктор Карина Анатольевна Хмельницкая, которая составляла эти планирования. В этом пути она всегда была рядом с нами и помогала нам. В прошлом году я учился дистанционно на подготовительном факультете в этом университете. И еще я мог работать. Ordin, Dr. Karina Anatolyevna stood with us and helped us to go through this year. And without her help,
I really couldn't easily pass this course. When I decided to start this course, I really didn't know even an alphabet of Russian language. But with help of my dear teacher, Miss Olga Igorovna, I learned it very well. И сейчас я могу хорошо говорить по-русски. And also, for many years, I had not studied. And almost I had forgotten everything about biology and chemistry. But with help of the teacher, I remembered them all and also learned many new things. And with help of this information, I could easily pass the entrance exam. And now, I'm a medical student of Pavlov University. Я очень обязан иметь возможность выразить свою благодарность преподавателю нашего подготовительного отделения. Я так благодарен за таких поддерживающих учителей. Я также хотел бы поблагодарить нашего декана мисс Карина Анатольевна. Наш декан был постоянно поддержкой, когда нам требовалась поддержка. Она всегда была рядом с нами. Нам очень повезло, есть как это детант. Спасибо еще раз. Thank you so much. Обучение было дистанционное, но я всегда ощущала тепло, заботу и желание доступно донести занятия и знания от наших преподавателей. Спасибо за профессионализм и за возможность стать студентом первого курса. И я надеюсь скоро лично со всеми познакомиться. Все было хорошо, и также дистанционный онлайн-курс был отличный. Спасибо большое за помощь. Мерси, бабат, комакет. ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین و امیدوارم به زودی شما رو تو دانشگاه خودمون ببینم. روز خوبی داشته باشید. دست به دانیا. Спасибо вам. До свидания. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Дханьявад. Thank you. Я хотел рекомендовать этот факультет всем, которые хотят попасть в наш университет.